Дорогие красотурьевцы, дорогие земляки, обращаясь к вам в преддверии Нового года, новолетия по-церковному, все мы хотим быть счастливыми. Понимание счастья у каждого свое. Вот. Ну, я бы вам пожелал так. Счастье – это когда мы с Богом. Когда мы с Богом, у нас все хорошо. Почему? Господь нас любит, Он нам помогает, Он все нам делает, если мы не будем Его отвергать. Бог от слова богатый, все у Него, здоровье к Нему, материальные блага к Нему, успехи к Нему, все от Него зависит. Он сказал, без меня не может творить ничего. Дорогие мои, будем с Богом, будем счастливы. Наступающим Новым годом.